добрались до озера. Сегодня, в отличие от прошлого, сделал селфи. Хочу сейчас окуль принцип. Слышишь? Ну-ка повернись лицом Лукашина сюда, блядь. Пока ловится мелковатый. Но сейчас вот попытаюсь это поймать, если получится. Но тут уже озеро просто гудит от лодок. В озере просто неизвестно, что делается там. Сегодня будет аншлаг, наверное. Так, ну вот акушарик уже один есть. Сейчас попробуем второго зацепить, чтобы сразу второй сел. Ну, пока окунь мелкий. Сейчас, наверное, перейдем чуть-чуть, да, Вадик? Со мной... А, сегодня, хочу сказать, сегодня у нас 20 августа 2016, 2016 точно. А этот... Ну, в общем, ладно, лучше я промолчу. Вот, сейчас так окушка вытащу. Ух, блин. Ну, по спиннингу видно, что играет. Ну, один сошел. Ну, вот такой вот. Мелковатый, мы этого выпустим, брать вообще не будем, пускай растет. Сейчас попробуем еще сделать одну серию. Сейчас просто не хочу идти на свою точку, на пару своих точек. Там точно знаю, есть крупный окунь, но пока не, пусть люди понабегаются. Повстанут, успокоится, ажиотаж пройдет, потом я пойду. Ну вот опять клюет. Опять акушарик. Попробуем сейчас тут, посмотрим, что вытащим. И чуть-чуть съемку прекратим. Гаджет. О, скотина сошел. Гаджет новый, незнакомый. Так, ну вот опять мелкий окунь. Все, ну делаем еще третий стров. Это хороший, между прочим, флот. Да. Делаем этот. Еще один пробный заброс. Окунь практически ловится вот на всей акватории, где лодка стоит. Да, акушарик. Мелковатый. О, поглазил. Туда кинул, нету ничего, пусто. Ну сейчас вот кину чуть в сторону, там покрупнее вроде брался. Так, ладно. Это мы поглазили. О, догнал. Ну, хоть одного ничего, что надо вытащить, показать. Ну, вот так парами ловится. Ну, ладно, на этом съемку пока на берегу. Поспрашиваем потом, когда встретимся. Камеру возьмешь, сразу окунь кончается. Как подвыбили, что ли? А был хороший. Вон тут есть особи. Вон, у Вадика там тоже плавится что-то. Плавает, блядь. Хороший окушает. Ладно, выеживайся. Ты. Выеживаться это сегодня этот-то хороший. Ну да. Ну, с утра в одном месте стали хорошо клевало, там, ну, мелочь. Сейчас вот перешли, через раз, ну, так, покрупнее окунь стал. А окунь хороший? Вадик, на пупке грамм 100-150 окунь. Ну, здесь вот так же ловим. Да, ну у меня пупок, если что есть, так, если что, так я туда схожу потом. А. Слушайте, для камеры что-то слабанули.
Вот так вот, вот смотрите. Вот. Да, вот туда вот кинул, сразу поклёв. Нас чуть-чуть снесло, по-моему. Вот так вот, вот такая вот парочка пришла. Ну вот, сегодня у нас какое? 21-е. Воскресенье. Окунь очень мелкий. Ну, фигарит, как из пулемета. Не у всех, правда. Пожелал человеку доброе утро. Я... Ну, окунь совсем мелкий, но беру ради грибов. Сам-то не пойду за грибами. А сейчас посмотрите на меня. Нормально? Я думаю, что он будет брать сейчас и на секуху. Дальше у Вадика ловился покрупнее окунь. Если там что-то мелче стало. Не задело вас? Вы на камеру все мне пожелайте добра, всего всего пусть люди видят. Наверное, или пара, или покрупнее, хоть один зацепился. Пара. Ребята, правильные, сразу видно, становится хорошо, близко не подходят.
прячь, не прячь, покажи людям, покажи. Слушай, а мы этот поплавок с собой притащили оттуда или нет?